Доброе утро. Вася готовит завтрак. Я не буду. Ты бекон? А, бекон достала. Ага. Так, Дариночка сегодня приготовила блины. Она сняла рецепт, я его на Дзен выложу. Это мой рецепт. Ну, скорее всего, не мой, а где-то я подсмотрела, но я всегда так делаю. На Дзене будет рецепт. Ну, что там такое? Сейчас выложу. Пока, знаете, видео загружается нормально. Замедление должно быть на следующей неделе конкретное. Но вчера еще нормально загрузила. Ну, мне тоже зрители пишут в ВК, что с мобильного телефона можно будет загружать без проблем. Ну, посмотрим. Я единственное не умею совсем не монтировать на айфоне, не загружать не умею. Ну, научусь, ничего страшного. А если YouTube совсем загнется к ноябрю, что там обещают? На Дзене, мы будем на Дзене. Никакие платформы, Рутубы вот это или как они там, я пробовала. Ничего не грузится, никто ничего не смотрит, бесполезно там. А на Дзене, да, на Дзене все равно нас смотрят. Мы будем на Дзене. Вот. Заказала сегодня Васе футболок, штук 10, наверное, ну на выбор. Я сделала заказ любимому Васильке. Не потому, что там нам бесплатно дают, а потому что, Вася, вот повернись, Вась, вот такие футболки были, вот видите, как он любит. Здесь кармашек, здесь вот большой воротник, тут можно расстегнуть. Вот это вот его любимые футболки. Последние уже две, наверное, или три осталось. Все равно работает, все равно портится, выгорают, рвутся. А в любимом Васильке все, ни одной не нашла, ни одной. Очень жаль. Хоть на заказ, да, проси. Они чистая ХБшка, не жарко в них, не холодно, к телу приятные. Ну, нету больше Васильки. Не знаю, нашла там какие-то на Валберес. Придут, пойдем мерить, да выкупать. В общем, если кто решит остаться с нами, мы будем на Дзен. Ну, вообще, ходунки не любит, но ничего, балуется. А он уже ходить умеет даже в них. Не, он ходит в них, но он ленится. Мам, Тарин, покажи, как он бегал. Он еще не хочет в них, потому что он ни до чего не достает. Мам, начинает сердиться. Нет, я имею в виду, что натворить ничего не может. А, ну это хорошо. Я вчера тоже с ним играла, он ходил, но недолго. Везде пробует достать, не может. Начинает сердиться. А девчонки спят. Дарина тут балуется с ним. Им вообще фиолетово. Когда бегает, он ей выдаскивает, тогда точно ящерица. О, Софийка еще спит, Алина спит. Настя Матвея уложила, Алина там с ним. Мы в магазин. Мяса нету совсем, вчера последнее приготовила. Поехали. На улице хорошо, ни жарко, ни холодно. Прекрасная погода. Ты ждешь маму? Купила только Алине дочь. Нету больше. Мы все объездили. Не нашли. Ну, как хочешь. Ага. Вон баба тебе бабушку купила сахар. Угу.
моя сладкая девочка. Так, купили. Мясо. Гуляш называется, уже порезанное. 2 килограмма. И 2 килограмма фарша свинина-говядина. И также взяла еще курицу. Голени. Не знаю, 2 килограмма, наверное. И филе куриное. Блины тут стоят с продуктами. Вчера борщ варили, доели. Сегодня Настя готовить будет. Так, взяли творог, то мы уже ела его тут. Да. 2 пачечки. Ну, 1 килограмм, наверное. Булочек взяли. Сало. Сало. Это Настя почему-то решила суп такой купить. Я вам поеду, я их тут посвежу. Да, да. Ага. В общем, сало такое хорошенькое в белорусском магазине. Что, чего у вас тут подряд поставлено? Мамы нету, все бардак. Их надо уже отмыть. Закончится, полнится грязные. Так, пряники. Почему я говорю, что Саньку и папе? Потому что дети пряники не едят совершенно. Ты ли ты ешь пряники? Я ем с папой. Ой. Взяли колбаску белорусскую. 480 за килограмм. Там же, где сало покупаем. Вот это вот Настя собирается готовить. Вот такие. Но это на завтра. Сегодня суп хочет приготовить. Знаете, какой харчо. Так вот. Это еще что? Спагетти болоньезе купила она. Хлеб очень-очень свежий. Поэтому 2 взяла. А вот. Суп харчо хочет вот такой сварить. Ну ладно, еще взяла что-то тут тортилья. Это сыр тоже на макароны или на что ли, не знаю. Сливки вот такие взяла, вот такие макароны будет варить. Сегодня Настя готовит. Я, честно, я прям болею. У меня страшно болит желудок. И болею. Прям сил ни на что нет. Вчера, пока все у меня не прополоскало, я уснуть не могла. Ничего не помогает. Все это. Все болит у меня. Вот. Короче, вот такие покупки. Насколько, не знаю. Мы там везде покупали все. Вот. Отец уже с детьми на улице. Пока. Пока. Мы все, наверное, все крышу будем все делать. Наверное. Ну, там Дариночка. Женя с Сашей тоже там где-то в саду. Порвалась. Да. Давай, София, рассказывай. Говори всем привет. Всем привет. Мы сейчас будем... Видно ее хорошо? Да. Мы сейчас будем готовить маму и Мечи. Что будем готовить? Суп, курицу, Алены или Лечку. Нет, рис. Рис. И болоньезе. Я Мечи. Да. София, для начала мы что с тобой сделали? Почистили картошку. Картошка падает. Попробуем Матвея говядиной покормить. Сырой, что ли? Нет. Мама, вот эти 2 кастрюли по литражу одинаковые? Это меньше, да? Да. Да, давайте сварим. Ой, я суп-то собиралась вот в этой водить. Так, это нам нужна посылка для макарон. Потому что место занимает, а никто его есть не будет, потому что пропах. Да, он
замораживала мясо. Показываю. Даже поменьше, да. Знаешь, что нужно очень-очень аккуратно. Я сейчас тебе показываю. Нормально, садись. Тебе низко, может, тебе эту поставить? Не снимается. Встанете? Да, Иришка покупала эти какие-то, что там набрала? Сразу. Тоже их надо приготовить. Вот так удобно? Да. Так, все, ты себе взяла одну? Да. Берем картошку. Аккуратно нужно. Подожди. Не давай. Ну, пусть попробует. Аккуратно смотри, чтобы пальцы не порезать. Поняла? Нужно резать далеко от пальцев. Попробуй. Только аккуратно пальцы. Не так нож держишь. Вот там не лети. Да проходи, пап. Что ты в своем доме прячешься? Там воды нет. Как воды нет? Аккуратно. Пальчики. Кончилась вода? Главный повар у нас. Рано еще. Угу. Так, давай. Все. Теперь вот это. Аккуратно, так, не торопись, главное. Палец. Смотри, куда режешь. Сейчас палец отрежешь. Не так держишь. Не торопись, смотри, куда режешь. Не торопись. Не торопись. Смотри, где нож и где твои пальчики, чтобы не отрезать все пальчики. Поняла? Ох ты, я про это не забыл. Надо запасаться. Давай выбежать и резать. Потому что ты не отрежешь пальчики себе. Так, пусть этот топлив стоит, разморозится, я все выкину, помою. Пусть так стоит. Все, молодец, помогла! Спасибо тебе! Дед с бабкой, блин. Еще надо взять это. Между прочим, когда я вот это хорошо помню. Когда мы жили в Челябинске, ты работала кондуктором. Или где-то... А, на заводе ты работала. Мне тоже надо было где-то... У Алинки еще у нас не было, значит, мне было чуть поменьше даже. Папка меня учил чистить картошку. Так, сколько тебе? Меня как? А как меня? Еще? Я еще хочу отдельно обжарить, и потом вечером брошу себе зеленую на ужин. Я не помню, сколько мне было. Ну, тогда я все оставлю. Ну, я же тебе сказала, знаешь, я потом сачок беру. Ну, ладно, вот так, короче, ладно. Пускай. Вот я один. Как ты ее резать будешь? Кого? Картошку. Какую? Духовку? А, на суп. Это на суп. На суп это меч. Потому что вы начали, вот, дом купите, типа,
Значит, там везде, везде сейчас газ. На кой черт тебе это нужна электрическая плита? Я ее продать не могу. Почему жить Матвейка спит? Совсем что ли? Здрасте, приехали. Он давно проснулся. Я его сейчас кормить принесу. Так ты стул тащи туда. Мама, стул сюда неси. Неси стул. Я что говорю, резать буду мясо. А как мы не резать? Если бы ты не макароны не резать. Сиди, я уже сама к тебе иду. Так же, аккуратно держим. Ноги опусти вниз. Вот так. Смотрим, где ты. Видишь, какой нож огромный? Маленький. Маленький не порежешь. Давай режь. Я буду держать и лезть. Неправильно держишь. Не снимай. Да? Режь. О, мам, я хотела тебе сказать, чтобы ты крылья такие-то сделала. Режь. Кого? Крылышки и ножки. Ты же ножки режешь? Настя предложила. Режь. Я, как всегда, вам суп сварила и плов. И все. Режь. Может, побыстрее. А если ты будешь карбонару делать? Нет, сегодня было нет, завтра карбонару. Где Лина? Стой, я сейчас отрежу. Она с Матвеем. А болоньезе зачем-то отличается от карбонары. Болоньезе с мясом, с томатом, с томатной пастой, а карбонара это со сливками. А и бекон, да? Да. Режь. Болонь мимо. Режь. Взял нож, режь. София, не надо так заматываться сильно. Тихо, пальцы не отрежешь. Режь. Комментарии закрыты. У меня часто спрашивают, где вы читаете комментарии, хотя комментарии закрыты. Кто хочет сказать, они идут и ищут видео, под которыми открыты комментарии, пишут там. И вот пишут, что у вас за наказание, как будто ничего не было. Ну, во-первых, дети лишены телефонов, во-вторых, не ходят гулять. Наказание. В-третьих, без кармана денег. Да. Хорошее наказание, мощное. Ну, а что вы должны увидеть? Что? Побитые, избитые, с ними никто не разговаривает. Или как? Наказание и так мощнейшее. Ой, ничего не мощнейшее, это просто мама такая. Нет, нормально. Ну, а что? Вот давай я тебя лишу телефона, тебе будет как? Я уже сама мать, ты не можешь менять все телефон. Здравствуйте, имею право. Как, запрещу тебе телефон? Куплю тебе это. Они в лагерь поедут к мамочке. У нас Саня встала, есть, он, смотрите, как оставляет. Он мне срезает шкурку. Я и Алина любим. Поэтому он у вас отрезает, вырежет вам аппендицит. А у меня нет, у меня вырезали 16 лет. Ну, Саша, я тебя... Саша, если что с ним? Настя будет сегодня готовить баланьезу, завтра... Конечно. А зачем суп, если он так много бил? Вчера я огромную кастрюлю борща варила. Ели. Так вот. А завтра-то тебе не надо готовить на обед. Давай. А можно я тоже что-нибудь буду? Резать. Будь очень аккуратно, ты можешь все пальцы обрезать. Я тебе помогаю. Это допеется, пока я думаю, это мало.
Хочет, ждет. Да подожди ты, скажи, я сяду. Садись. Снимали видео. У нас и телефон сел, не засняли, как мы его пытались покормить говядиной. Там говядина была? Ну иди. Ой, бабкин внучок. Ты бабкин внучок. Ты маленький. Ты мой сладенький. Ну давай. Как мимо все садится. Да пусть идет там. Нет,
Уж какая у меня доченька. Как там дочь дальше? И варит, и парит. Ну, блин, забыла. В ТикТоке часто такое. Все, уже курицу поставила. Рис отварила. На макароны кипит, суп уже заканчивается, варится. У нас скоро температура 27 будет, прикинь. Что сентябрь не будет жарким, да? Да должен быть жарким. Ну хватит парить, сколько. Сейчас зато хорошо, как на улице. По поводу танцев. Женя не ходит. У них 30-го где-то, не знаю, куда они поедут. Конкурс какой-то отчетный. И поэтому пока дети, кто давно уже ходит туда, после 30-го уже танцы начнутся для всех. Поэтому пока не ходит. Он так смеется красиво всегда. Семейка. Дарина говорит... семейка свинки Пеппы. Да? Ты Джордж? Ты маленький Джордж? А это свинка Пеппа? Да. Настя накормила, да? Матвейка Джордж, совка свинка Пеппа. Ты мама? Нет, Настя. Настя... Мама свинья, папа свин. Дима папа свин. Папа свин. Мама это бабушка. Свинья. Да. Папа тоже свин. А нет, папа тоже. Дя... Ну. Дедушка свин. Деда свин. А... Сейчас, короче, подожди, Томочка, читала в чате. По поводу блокировки Ютуба. Пишут, что если признают, типа, как Инстаграм... Инстаграм, наоборот, сейчас возвращают. Ну, не знаю. Что даже деньги нельзя будет получать оттуда. Это будет наказуемо. София! Ну, София, сядь, ты же в платье, баба снимает. Короче, вот не знаю, что. А наоборот... приняли законопроект о том, чтобы возвращать Инстаграм с целью, типа, везде, на всех площадках нужно показывать свою позицию. И, типа... Ну, а зачем тогда они Ютуб закрывают? А Ютуб закрывают с целью... как же там написано было? Типа, чтобы... Ну, они до ноября хотят закрыть его, а Кадыров сказал, надо прямо сейчас его закрывать. Короче, не знаю. Ну, вчера нормально загрузила. Дальше не знаю, как будет. Чё и как. Конечно, для меня, что я вот это обсуждаю, для меня это очень важно. Столько лет. 7 лет? Мы сколько лет? 7 лет Ютубу нашему. Конечно, жалко терять. Не играй так. Спать скоро ребенку. Иди, маленько, все равно погуляй. Шапку только одень. Ну что, шапку одень. Что, девчонки там все кушают? Все, курица готова, да? Да. Дед пришел поесть. Для начала харчо. Тома тоже харчо ела. Понравилось тебе харчо? Смотри-ка, баба. Что, виноград набрали? Если грязные эти травы, что? Ну, это полое. Да, еще я лою. А, ты умник. Помогаешь? Угу. Дайте мне какую-то тяпку. Ну, так.
Дайте мне папа. Дайте мне папа. Папа такой. А он, короче, на него напал. Богомол это. Он напал, он такой. На море это было. Нет, дома вот здесь. Это, да, это было неделю назад где-то. Помню, на меня вот богомол напал вчера. Я тоже как папа вот так сказал. Он на меня нападал, руки вот так поднял. Я побежал, он за мной побежал. Бегал за мной. Отпустили Тая? Нет еще. А что? Ты же проверила ворота. Ну да, но вот когда пойдем туда тяпать, тогда я ее отпущу, потому что она роет яму, а мы за ней как раз видеть там будем. Ну хорошо, хорошо. И говорят, раз, чтобы она сюда не бегала. Сейчас тебя отпустят, сейчас. Почти высохло. Мой костюм. Ну. Матвей спал, с ним поспала. Ночью спать не могу. Сегодня хотим полы помыть. Пылесосим каждый день. Ну, полы вчера не мыли. Вася с Настей долго были в городе, пока приехали. Сегодня надо все помыть. Кизил. Через дорогу щенок перебегает. Алишенька, иди пылесось. До этого нормально, сегодня он прыгает уж прям в лицо. Вот и терпел, видимо, ему не понравилось, как давай орать. Да там щенок чей-то, не знаю. Выкинул кто-то, бегает. Ну, с ошейником, по крайней мере, бегает. Да, с красным. А, да? Да, щеночек. Ну, а потом машина опять собьет, блин. А я думала, выкинул кто-то, раз он беспризорный бегает. Нет, там дети. Мам, посмотри, мы сделали дорожку, чтобы вот здесь, Да, не, он будет уползать, замучаешься. Что, папка вам все время дорогу находит, что делать? Чтоб от безделия с ума не сходили. Мама, иди сюда. Ну, иду. Видишь, какую мы дорожку? Вот, мам, смотри. Вот здесь я начала полоть. И вода отсюда перестала полоть. Ну, ты молодец, много сделала. Вот это я пару раз проходила. Ну, видите, сколько этих... прилипшая. Мама, мы сейчас будем пикник делать. Да? Ну, молодцы, делайте. У меня в машине есть 300 рублей, пошли в сети, да. А этот работает еще ближе? Он до 0-0. Ты видела, мы сделали тропинку? Я такая, вот так. Тома вот так идет, вот так грозно, я такая, тяпаем принцессу, вот так, тяпаем, вот так. Саша, иди с ними тоже. Ой, фу, выкини их. Да, надо стерилизовать, ага. Тут все некогда было. Хорошо. Ой, их вообще очень много. Улиток. Мама, я обожаю больших улиток. Мам, они снимают вот тут вот все. Нельзя. Она просто хочет.
Только попросила. Ой, я тоже не могу ничего. Ой, как... Сначала руки помойте, все, трогайте. А мы в эту манежницу положим, как в прошлый раз. На, ложите, делайте, что хотите. Здесь еще на винограде. Все, выкини в это, чтобы сжечь их. Это мой костюм. Это Саше прислали на подарок. Но он ей большой, Женя его себе забрала. О, Танька приперлась. Так, смотрите, следите, чтобы она не выскочила на улицу. А то она выскочит на дорогу. В смысле, бабшури, мусорку? Ну-ка, не надо так делать. Фу, аж тошнит, как ты их лопаешь. Дети всякие приходят, типа, что воруют, видимо, детишки мелкие. Mm-hmm. Ну, набрали. Какой мне? Вот я открыла. Нет, это я Ланченька. Так мы ж на поле, на поле. Ну, что вы тут едите, действительно? Дети, вы же сейчас сад. Пойдете. Мам, ты можешь нам дать плед? А то папа тебе сошел. Мам, я думала, это не съедобная помада, она съедобная. Mm-hmm. Ну, так есть. Сейчас. Складывать. Так, все, Алина попылесосила. Я сейчас подзаряжу свою швабру. Она у меня зарядится, я ее, бывает, ну, выключаю, и все. Так, плед. Надо плед такой, чтобы потом там был. А дети? Когда пойдете, там у отца лежит плед. Он им не пользуется. Его возьмете. Ну. О, все уходят, все уносят. Тебе не дали? Нет. Ну, все, тебе нельзя это. Ой, баба, везде полы отмыла. Ты что там капризничаешь? Ой, надо это. Тоже все отодвигало, все мыло. Поправить. В сентябре будем, наверное, стирать все паласы. Хотя тут уже, знаете, стирать уже клей. Клей уже отходит. Это же не ковры, а паласы клеевые. Поправила. Тут еле отмыла. Кешка постоянно там сидит. Что такое? А? Мамка не играет с тобой, а? Ну, покорми, ну, покорми. Иди, мама тебя сейчас покормит. Он так похож на этого дикона какого-нибудь. Тюх-тюх-тюх-тюх. Как бы не вылетел, сейчас начнут дети. А что они так долго, дочь? Смотри, ну, они сходи, уже темно на улице. Темень такая, они, блин, там сейчас это... Сейчас его схватит. Ну. Все-все отодвигала, везде все перемыла. Так, игрушки. Опа. Извиняюсь. Тоже вот тут вот ставим, чтобы он не лез. Он вот тут все дергает, вот тут все дергает. Не знаю, как все закрывать, прятать от Матвея. А, ладно. Что-то уже лампу включили мы.
всегда включаю на ночь. Единственное, пыль нигде не вытерла. Ладно. Завтра будем прибираться. Завтра пыль вытрем. Ты откуда? Я вообще не поняла, что вырвали. Все принесли, все? Нет, много чего съели. Ну, я имею в виду посуду, все, что брали. Ну, да. Угу. Дыню так и не поели. Алин, ты ела дыню? Ты же любишь дыню. Сегодня вот этим пытались Матвея покормить. Я чуть попозже съем. Она не соленая. Жаль, на видео не попала. Настя говорит, телефон сел. И больше половины не заснялось. Санечка убирает. Так, доча, вот эти банки... Жидкость вылей в раковину, а остатки вот сюда, в это. Ну, и банки тоже поставь мыться, хорошо? Ой, выпечку купила, хоть бы кто поел, а? Кругом свет горит. Ты в душ? Я детей на своих. Со мной первой помойся. Чушки мои, пошлите мыться. А то потом опять. Крокодил, да? Нифига себе. Он хочет вставать, ну. Так вы ноги помыли, на белье сели? Кто-то намекает. Чего вы тут орете все, невозможно? Сейчас промажешь, как врежешь. Ну-ка. Нельзя так. Тебе не надо? Блин, типа. А вот представь, он вырос, это болезнь так тянет. Он украшил Сережку. Вот, я говорю, вот что с ним будет. Я говорю, пипец, Матвей, я тебя... Ну, пожалуйста, смотрите. Он там, смотрите, боится. Вон ванну, ему не разрешает, тогда он сразу туда бежит. Ну-ка, не влазь там. Убирай его. Ну, ага, сейчас там все разрушит. Я не поняла, почему у тебя телефон? Я ей дала. А зачем ты ей дала? Они без телефонов всех. Я тогда тоже у тебя заберу, раз ты разрешаешь им брать. А что тебе? А что у меня? Мне надо, чтобы проверить. Кто-то взял, пойду ванну помою. Жень, бери его. Ну так кинь его сюда, мы играем. Постель уже, постель. Я кину. Кинь его сюда. Все, давай я посижу. Иди мой ванну. Мама! А дети какая? Да нет, иди. Я в шоке. Ты ее вот так играешь и пулит? Да. Так, все делаю. Что, упадешь? Кудряшка. Иго себе. Матвей, упадешь. Ты слышишь? Я не буду тебя держать, бухнешься. Да. Ты слышишь? Переворачивайся задом и слазь. Давай, переворачивайся. Упадешь. Бог! Выхожу немножко проветриться. А, девчонки, на улице. А мы всегда тут ночью. Качаетесь? И мы, когда темнеет, мы выходим с фонариком в огород и смотрим ёжиков. А у нас ёжик вот тут живет под крылечком. Да, кстати, там еда, он таскает еду туда. Ну? Там я смотрела, чистила, а
стала. Угу. Я там не стала ее убирать, все очистила и закрыла. Ну. Пусть язык еще вот у нас. Да. Мы хорошие люди. Прохлады сильно нету. Чуть-чуть ветерочек дует, как будто как хорошо. А так все равно жарко еще. Мама, короче, мы сегодня хотели покачаться, а Сашей это было... Но сил вообще на жире не было. Нету сил, даже держаться нету сил. Да потому что жарко невозможно было. Так долго были, там такая темень уже. Настя Алину отправила, Алина пропала. Она говорит, ну держи, я пойду сама за ними. Сейчас Настя истории там рассказывали. Катя с Настей общается. Прислала 9 вечера у них. Ну, у нас уже вот такая темень. А у них еще светло. Вроде недалеко тут от нас Москва, но все равно тут очень рано темнеет. Так ладно, дорогие мои, мы уже на этом будем прощаться. Сейчас Настя детей помоет, потом девчонки помоются. Время 9:30 где-то. Скоро уже укладываться будем. Ой, дети поздно ложатся. Вчера время было, наверное, 10:30. Можно еще, можно еще, можно еще. В итоге, наверное, часов 12 только легли. Ну, потому что рисовали, мы опять будем тоже рисовать. Ну. Мам, помнишь, я нарисовала вот такого красивого кота с собачкой? Типа, коты с собачкой, собака везет кота, и бегут по улице, бегают. Угу. Я там дракона самого... тяжелого выбрал, там часов 6 его вырезать. Ну, делать вот это как? Ну, да. Можно такое даже открытку сделать. Это Катя вам подарки такие сделала, да? Спасибо ей. Там спасибо. Прям классно. Такой шум классный, как будто листик вот так раз делаешь, шкрябаешь что-то. Шкрябаешь? Да. Ладно, все. Всем пока. Всем пока-пока.